Согласно положению о порядке подготовки всех слоев населения к действиям в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и экологического характера и в области гражданской защиты, во всех регионах страны систематически проводятся комплексные командно-штабные тактико-специальные объектовые учебные занятия, основными задачами которых является повышение знаний и формирование руководителей на местах и других организаций навыков по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации, подготовка спасательных служб и спасательных формирований, а также формирование гражданской защиты к ликвидации чрезвычайных ситуаций, обучение населения правилам и методам защиты в чрезвычайных ситуациях, оказание первой помощи пострадавшим, пользование коллективными и индивидуальными средствами защиты. В этих целях во всех подразделениях Алмалыкского горно-металлургического комбината систематически проводится тактико-специальное учение. Одно из них состоялось в цехе номер 1 управления технологического транспорта. Согласно легенде учения, во время проведения сварочных работ в результате короткого замыкания вспыхивает пожар, огонь начинает распространяться и на автотранспорт. На месте ЧС сварщик от удара током потерял сознание. Второй работник, пытавшийся ликвидировать очаг возгорания, получил ожоги второй степени. В ходе учения были отработаны навыки грамотного оперативного оповещения всех ответственных лиц, в том числе руководства предприятия, диспетчерской службы АГМК, отряда гражданской защиты по пожарной безопасности, сотрудников медицинского учреждения, формировании гражданской защиты предприятия. Были отработаны навыки эвакуации пострадавших с места ЧС, оказания им первой помощи, ликвидации очага возгорания и последствий чрезвычайной ситуации. По окончании учения были подведены итоги, проведен подробный анализ действий. Оценка, данная прошедшим учением, удовлетворительна.